Вот, а рысь прошла. Ну вот, добрались до избушечки. Здесь, кстати, вон куница ходила у избы прямо вот так. И вот она тут у меня. Эти были на капканы тогда еще оставлены. Тут шкурки, крылья. Забыл их. Хотел сжечь. В прошлый раз забыл. Он тут достала. Хулиганила немножко. Да я там уже что-то схватила, какое-то крыло, наверное. Ага. Ну ладно. Я еще рюкзак не снимал. Друзья, всем привет! В общем, мы с Тайгухой сегодня решили прогуляться до избушки. Вот. Пришли с ночевочкой. Ну, пришли просто так. Погодка хорошая. Вот, тем более время свободное было. Угу. До этого тоже хотели съездить на закрытие охоты. Но погода не позволила. Там где-то плюс 3 градуса уже было. Вот, в общем, теплынь. Так никуда и не поехали. Ага. Вот. Ну а сейчас чего? Сейчас охота уже закрыта. Начало апреля сейчас. Вот. Ну и до весенней охоты остался месяц. Вот, поэтому сейчас пошли я. Вон тут рюкзачок у меня. Вот. Собрал немножко кое-каких продуктов, которые ну не портятся. Вот. Чтобы здесь оставить. Да потом за один раз тяжело будет все затаскивать. Ага. В общем так, мелочевочку какую-то решил сюда принести. Попутно. Вот. А погодка сегодня вообще обалденная. Угу. А, кстати, вот снег, он несколько сантиметров как бы проваливается, а снизу есть корочка такая наста. Вот местами держит, можно без лыж идти, но местами проваливаешься. Проваливаешься и там глубоко. Снега вообще море. Я вот не знаю, за месяц это все сойдет или нет, хотя навряд ли. Снега очень много. Даже, может, придется на весеннюю охоту на лыжах заходить. Вот. Ну и где-то к избушке уже подходили. Вот, солнце-то хорошо сейчас, это самое, греет. Снег подтаял, и на лыжи вот стало уже налипать. Вон лыжи. Вон тут. Видно. Снег стал сырой. Вот этот, ну, верхний слой-то снега. Поэтому тут уже до избушки-то, ну, где-то, наверное, тут, не знаю, там, с полчаса осталось, и все. Солнце уже, я говорю, нагрело снег. Шел тут вот так, греб. Да, бесполезно. Их счистишь, вот, снова встаешь, только пройдешь немножко, они опять налипают. Ну, вернее, немножко остановишься, все, снег сразу же. Это надо, если отряхнул, так идти без остановок. Вот. Ну, а тут же надо еще и поснимать что-то. А, кстати... Сейчас пока сюда шли, так это тайга там рябчиков погоняла. Вот. Значит, след видели у рыси. Ну такой свеженький следок-то.
Вот у рыси глухариный след видели. Тайга даже по нему куда-то пошла, пошла там, сходила, потом ко мне вернулась. Но вот видно, что уже, я не знаю, может, вчерашний след-то. Ты что там? Чуть камеру не свернула. Сейчас чего? Рюкзачок, значит, разберем. Печку затопим. На обод, на озеро сходить, снега набрать. А не то... Сейчас снег такой, он весь в иголках. Да... Все, вот с деревьев-то летит. Вот, поэтому снег такой грязный сейчас здесь. До озера дойду, там наберу. Вот такие вот дела. Ну и так, наверное, снег тут расчищу побольше у избы. Потом таять и начнет, так чтобы побольше тут обтаяло. Уходи! Уйди, говорю! Вот дикарь, а. Купил. Это потом засидки от ветра закрываться. А вот и дождь будет от дождя. Вот продуктов. Сюда. Гущеночки взял. Кактус. По мелочам вот и все. Конфеты. Хрен домашний. Потом супом. Thank you.
Вот, потихонечку обрываемся, расширяемся. Сейчас вот начал с этой стороны обрывать у избы. О, здесь сверху получается корка наста. Вот, но ее надо железной лопатой сначала сбивать. Вот. Ну а снизу уже вроде рыхлый, потом уже вот этой обычной пластиковой. Сейчас надо вон там до туда дойти. Зато потом весной здесь будет хорошо уже все оттаившее. Тут по-любому было все в снегу. Вон вот сколько. Ну а эту сторону я в прошлый раз еще обрывал. Ну, здесь немножко можно было расширить. Вот. Ну и спереди там у избы тоже побольше срыть. Вот нормально. Что там ищешь? А? Чего ищешь? Уже косточку тут свою нашла с прошлого раза, где-то открыла из снега. Да, тайга. Кто-то. Ну-ка иди проверь. Кто там шумит? Что-то сейчас там шумело, так туда посмотрела. Фух, ну ладно, буду дальше заниматься. Ну вот, расчистил. Вот сейчас как стало культурно. Можно хоть вокруг избы ходить. Вот здесь обрыл. О, кошка. Ну и с этой стороны тоже. Ну, а теперь здесь быстро вытает. Когда таять начнет, тепло-то пойдет. Так. Вон озеро. Ну что, тайгушка? Хорошо в лесу, да, тайга? Хорошо. Молодец, молодец. Хорошая девочка. Дай лапу. Дай лапу. Ой, молодец. Молодец. Ну ладно. Пойдем мы чай пить.
тайга. Тайга. Иди сюда. Давай скорее. Покушаешь. О, время уже... Ну-ка, фу. Время уже 9 вечера. Надо накормить. Кушай, кушай. Пойдем, пойдем, погуляем. Ходит там, чьи-то следы нюхает. Это у куницы следы, но они старые. А, вот еще есть. У горностая, наверное, следы. Ребята, он их тут нюхтила. Да, маленький это горностай, наверное. Ну-ка, тайгуха, давай, иди, найди. Давай, давай, молодец.
Входит по следам. Молодец, давай. Давай, давай, давай. Охотник растет. Вот, а видно следы у горностая. И сбоку вот видно, что что-то тащил. Наверное, мышку поймал. Вот и вон и следы. А вот сбоку. Вот. Отохотился. А вот у него просто следы. Тут он еще бегал, наверное, искал. Но тут он уже поймал. А, видно, сбоку. Вон тут какие угоры. Все, ведь кругом выбегал. Вот здесь, наверное, мышковал. Куда глубоко там уходит. Я выбегал. И вон тайга там. Там где-то за деревьями. Он ходит тоже по следам у него все. И вот тут тайга все напутана. Он ходит. Ава? Ава? Молодец, молодец. Лапу. Молодец. Уже. Встань. Встань. Сидеть. Тогда сидеть. Сидеть. Вот. Молодец. Молодец. Да, еще раз лапу. Вот так. Сходили сейчас с утра, немножко прогулялись тут у избушки. Вот. Думал, глухаря или косачей, может, встречу так удастся на камеру заснять. Вот. Но видели только следы. Только следы. Ну, рябчиков видели, в принципе. Вот. Но с тайгой рябчиков не поснимаешь. Она сразу там всех разогнала. Так что вот так вот. Дошел еще тут до болотца, вот, где ток косачиный. Думал, может, там начинают собираться косачи-то, посмотреть. Вот. В общем, дошел, там все глухо, даже присутствия ихнего следов нету. Рано еще, рано. Вот, может, недельки через две так уже начнут слетаться туда. Че там? Че там? Ну это игуша, ну это игуша, девочка хорошая, да. По следам хорошо бегает, вот у рябчиков свежие следы, сразу по следам идет, идет, там где-то уйдет, слышно там, это, ну, спархиваются, сгоняет где-то их. Горностая тут тоже по следам хорошо бегала, там у него так накружено было следов, тут все кругом, это самое, избегано. Там его не найдешь, да, тайга? Молодец, молодец. Тайгухе, кстати, полгода сейчас уже. Уже полгода стало. О, какая большая выросла. Красавица. Да, красавица. Да. Молодец, молодец. Далеко, кстати, сейчас уходит. Уходит, долго ее нету. Потом прибегает, но прибегает не по лыжне, а вот как-то, ну, срезает где-то, меня находит.
Молодец. Молодец. По лесу как по дому бегает. Ну ладно, что, до избушки прогулялись. Вот. Сейчас не знаю. Может, уже на весеннюю охоту только сюда придем. Вот. Ну а если погода позволит и будет такой хороший наст, что без лыж, вот, может, еще сюда разочек сгоняем. Чтоб лыжи не таскать. Да и не бродить больше на лыжах, да? Лягушка. Что? Что скажешь? Нечего сказать, а? Где глухари-то? А? Где глухари? Так и не нашли мы с тобой, да? Ну да ладно. Тогда. Сейчас все, собираемся и выходим в сторону дома. Тайгушка хоть прогулялась, набегалась. Выбегалась. Так что так. Ладно-то, друзья. Всем пока.